За прошедшую неделю в лесах района уже произошло 7 возгораний. Повреждена площадь в 13,7 гектара. Один из наиболее крупных пожаров произошел 5 апреля возле деревни Равецкий лес. Там выгорела территория в 11 гектаров, в том числе был поврежденный лесной фонд. Основной причиной возгораний по-прежнему является выжигание сухой растительности населения. В связи с этим решением Солигорского райисполкома с 7 апреля для предупреждения и ликвидации пожаров в районе установлен противопожарный режим. В районе высокий класс пожарной опасности. В эти дни посещение лесов населением запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках, не повлекшее ущерба, значит, предусмотрена ответственность до 25 базовых величин. Если повлекло ущерб, значит, насчитывается и ущерб. К примеру, за 1 квадратный метр выжженной лесной подстилки насчитывается 1 базовая величина. Рейдовые мероприятия проведены. Стробинским лесхозом будет вывешена агитация наглядная, то есть закрытые шлагбаумы на въездах в лесах. Ежедневно на сайте Министерства лесного хозяйства и на сайте Стробинского лесхоза будет обновляться информация по поводу запрета. Запрет будет снят, как только установится дождливая погода. По предварительным прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в регионе не раньше 16 апреля.